Яко ты есть освящение наше, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Спаси людей Твои, благослови достояние Твои, исполни церкви, сохрани святи любящие благолепие дому Твоего. И тех поспасай, Божествен силой, не остави нас уповающих на Тебя. Мир, мирови Твоему даруй церковь, Твоим священникам и всем людям Твоим. Яко всякое дай благо всегда совершенствующее, исходя от Тебе, со светлой и славы и благодарение, поклонение высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, он и не присно, и во веки веков.
благословение Господне на вас, только благодатью и человека любим, всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Воскресе из мертвых, смерть не смерть поправ, несущим о гробе. Несущим о гробе живо даровал. Воскресе из мертвых, Христос, истинный Бог наш. Молитвами Пречистая, Своей Матери, Святых Славных, Пресвятых Апостолов, и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Галзатоустого, и святого епископа Леонтия Ростовского, и Божией память ныне совершаем, святых праведный Богу Отец, всякий Иман и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Сегодняшняя неделя называется «Неделя о слепом». То есть Евангелие считалось, Евангелие это Иоанна 9 глава с 1 по 38 стих, где нам повествовалось о том, как Христос исцелил слепорожденного человека. И что дальше было, как это его исследовали фарисеи, весь ты во грехах родился. Как может родиться во грехах? Когда он еще не родился, уже грешный. Говорит, наверное, он согрешил. И когда он сказал, что я не знаю, грешный тот человек или нет, но я знаю, что он исцелил мне глаза. Я не видел, а теперь вижу. Его выгнали из храма. И вот святитель Иоанн Златоуст говорит так. И выгнали его вон, и выгнали его вон. И Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он, прозревший, отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Те, которые за истину исповедания Христа подвергаются какому-либо бедствиям и терпят поношение, удостаиваются за это и особенных почестей. Так было и со слепым. Изгнали его иудеи из храма, но обрел его владыка храма. Он удален был от заразительного сонмища и очутился у спасительного источника. Был обесчещен, обесчестившими Христа и почтен владыкою ангелов. Вот каковы награды за истину. Так и мы, если здесь раздадим имущество, обретем там дерзновение, если здесь дадим пособие страждущим, получим успокоение на небесах, если потерпим поношение ради Бога, удостоимся почести и здесь, и там. Когда изгнали слепого из храма, его нашел Иисус, евангелист, показывает, что Христос для того и шел, чтобы встретиться с ним и смотреть, чем награждает его. Первым из благ открывает себя слепому, который прежде не знал его и включает его в число своих учеников. Но ты заметь, с какой подробностью повествует евангелист, когда Христос спросил, ты веруешь ли в Сына Божия? Слепой отвечает, а кто он? Он еще не знал его. Хотя и получил от него исцеление. Прежде чем приступить к благодетелю, был слеп, а после исцеления влачим был теми псами. Итак, Христос, как некий подвигоположник, принимает его как подвижника, много потрудившегося и увенчанного. И что говорит? Веруешь ли в Сына Божия?
Что это значит? После такого состязания с иудеями, после стольких слов слепого, спрашивает, веруешь ли? Спрашивает не по неведению, но желая открыть себя и показать, что высоко ценит его веру. Столько людей, говорит, поносили меня, но я не обращаю на них никакого внимания. Об одном у меня забота, чтобы веровал ты. Лучше один, творящий волю Божию, чем тысячи беззаконников. Аминь. Аминь. На свете. Сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся.